Пришел один фонарик на ключник, практически уже ставший легендарным. Распакуем. И вот данный фонарик перед нами. Nightcore Tube. Подзаряжается от USB зарядки. На максимальной мощности светит 1 час, на минимальной 48 часов. Согласно производителю, имеет определенную степень влагозащиты. Коробочка имеет разъем, который отодвигается, и можно подзарядить брелок, не вынимая его из упаковки. Задняя сторона упаковки содержит техническую информацию. Также указано, в каких он цветах поставляется. Есть, допустим, синий, зеленый, желтый. У меня черный, обвинен кружочек сверху, еще кружочком. Данный наключник зарекомендовал себя с положительной стороны. Существует на YouTube множество обзоров на него, своего рода тестов. Хорошая вещичка. Сквозь упаковку видна черная квадратная кнопка. Если нажать один раз, это минимальный свет. Нажимаем еще раз, выключено. Если нажмем один раз и сразу второй, это максимальный свет. Еще раз нажимаем. Выключено. Меня вопрос интересует, какой силы тока необходимо подключать зарядное устройство к данному фонарику, чтобы он лучше не перегорел. Давайте его скроем. Он очень легкий, упоминается, что весит 9 граммов. В комплекте шли два карабинчика, кольца различного диаметра. Цепляется у брелка в эту часть. Говорят, что указанный треугольничек выдерживает до 45 килограммов нагрузки. Симпатичный брелок, наключник очень хороший, малый размер, небольшой вес и свои функции выполняет хорошо. На задней стороне упаковки идет пояснение, как нужно давить кнопку для достижения того или иного эффекта свечения. Зарядка фонарика осуществляется через микро-USB разъем от компьютера, либо, как пишут, через зарядку сотового телефона. Если светодиод горит синим цветом на фонарике, значит он заряжается. Когда фонарик загорится, синий индикатор потухнет. Включается фонарик легко, если один раз нажать на кнопку. Самый минимальный режим. Хватает, чтобы подсветить что-то. Также, если нажмем сейчас один раз на кнопку, фонарик выключится. И если нажмем быстро два раза на кнопку и отпустим, то включится максимальный режим, который освещает все очень хорошо. Снова нажимаем на кнопку, фонарик выключится. Если нажмем два раза быстро и на второй раз удержим кнопку, то будет постепенно увеличение нужной вам яркости, которая устанавливается, когда вы отпустите кнопку. Показываю. Постепенное увеличение, снова понижение. Отпустили.